Одной из поэтесс, прославившей Республику Дагестан на весь мир, является Фазу Алиева, родом из села Геничет Ильхунзахского района. В связи с объявлением в Дагестане 2017 год годом поэтессы Фазу Алиевой, во всех городах и районах республики проводятся мероприятия, посвященные ее творчеству. У юной горянки страсть к поэзии была необыкновенной. Фазу Гамзатовна на своих строках выражала любовь к своей родной земле, писала о ценностях дружбы, старалась донести до читателя всю красоту обычаев аварского народа. В качестве почетных гостей на встрече памяти приняли участие первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов, заместитель начальника городского управления образования Марат Даибов, а также работники Центральной библиотеки имени Расула Гамзатова. Критиков тогда еще поразила начинающая поэтесса и писательница своей яркостью и неординарным талантом. Фазу Алиева принадлежит к тем великим писателям, на творчестве которых основывается авторитет многонациональной российской литературы. Фазу Гамзатовна Алиева в своих произведениях говорит о таких вещах, как любовь, дружба, вера и патриотизм. Эти понятия духовной категории особенно актуальны в нынешнем разобщенном мире. Именно поэтому творчество писательницы пользуется любовью всего российского народа. Я тростинку найти хочу, простодушие. Свирельной музыке очень скоро ее научу. Запоют камышовые скважины, зазвенят и заплачут влаг, а в ответ голосами протяжными струны жизни заговорят. Фазу Гамзатовна в своем искусстве творения поэтических строк отдавала особое предпочтение теме материнства. Именно своим детям был посвящен цикл произведений, получивший широкую известность во всем мире, где говорится о безграничной любви родителей и о семейных ценностях. Литературный марафон направлен не только на ознакомление подрастающего поколения с литературными произведениями. Современная молодежь также должна знать и о поэтессе, внесшей неоценимый вклад в историко-культурное наследие всей страны, отметили организаторы. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».